Аромат Hugo Boss Femme. У меня он, как вы видите, уже без крышечки, и это полная версия 75 мл. Для меня это действительно очень легкий аромат, он относится к категории цветочных. К сожалению, я не могу вычленить какую-то одну ноту и сказать, что вот он пахнет этим или этим, но если бы можно было описывать парфюмы цветом, то Hugo Boss Femme в моем понимании голубой с легким таким налетом розовинки. Он свежий, несмотря на то, что цветочный. Это парфюмерная вода, но она не шлейфовая. Это скорее парфюм вот личной зоны доступа. Парфюм закрытых помещений, офиса. Я не могу связать его с каким-то романтическим событием. Он простой, лаконичный. Он действительно такой холодный для летнего времени года. Зимой его не слышно. Он не дружит с мехами.